Количество погибших в ДТП в прошлом году минимальное за последние 20 лет. Такую информацию озвучил в четверг на встрече с журналистами Дмитрий Костерин, подводя итоги ведомства. Всего за 2013 год на дорогах региона зарегистрировано 1940 ДТП с пострадавшими, что на 3,8% меньше, чем в 2012. 2500 человек получили ранения, 153 погибли. Цифры пугают, но в сравнении с 2012 годом это почти на 20% меньше. Дмитрий Костерин считает, что в этом, несомненно, есть заслуга госавтоинспекторов. Мы, вот я думаю, впервые за это время добились такого маленького количества погибших. Но мы этим как бы не удовлетворяемся. Я считаю, что все равно 153 человека – это довольно-таки много. Вот, поэтому задача стоит на дальнейшее снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествий. Ну и попутно стоит задача в 2014 году снизить количество раненых в дорожно-транспортных происшествиях. Естественно, основной упор со стороны госавтоинспекции делается в этом случае на административную практику, вот, и на профилактическую работу, на пропагандистскую работу.